Политические сценарии команды «Санду» стали причиной конфликта между бывшими союзниками по блоку АКУМ. В то время как партия «Действие и солидарность» приглашает на переговоры по досрочным выборам, депутаты ППДП заявляют, что устали от обещаний и преднамеренного затягивания процесса. Представитель ПДС депутат Михай Папшой утверждает, что команда президента «Санду» намерена предложить несколько сценариев распуска парламента и организации досрочных выборов. Мы направили нашим коллегам практически всех партий в парламенте, как мы видим, эту дорожную карту, и надеемся завтра обсудить наше предложение со всеми фракциями в парламенте. В ответ депутаты ППДП заявили, что подобными приглашениями и заявлениями бывшие союзники по блоку АКУМ лишь усугубляют политический кризис в стране. По словам вице-председателя партии Александра Слусаря, решение очевидно. У нас была последовательная позиция, и я немножко начинаю уставать уже от дорожных карт, которые, с моей точки зрения, четко прописаны в Конституции. Президент должен выдвинуть 2 раза, как минимум, кандидатура, 45 дней, за нее не голосуется, не набирается нужное количество голосов, идем на досрочные выборы. Любые другие варианты более длинные и более рискованные. Вот и все. Что тут? Я игру в дорожные карты я не понимаю. По словам Слусаря, любая попытка отложить назначение премьера означает огромные затраты и риски для экономики в целом, а также для каждого гражданина в отдельности.